Во дворце спорта «Видное» состоялось открытое первенство Ленинского городского округа по художественной гимнастике «На встречу мечте». Соревнования проводятся в муниципалитете третий год подряд. Очередной турнир собрал более 200 спортсменок в возрасте от 5 до 16 лет из Подмосковья, Москвы и других городов России. Юные гимнастки порадовали зрителей не только яркими образами, но и разнообразием программ. Выступления судьи оценивали по нескольким категориям – артистизм, эмоциональность, сложность элементов, техника и частота исполнения. Победители и призеры турнира получили дипломы, медали и ценные призы.